Каждый из нас может помочь хрустальной девочке. В программе «Чудесный ребенок» мы познакомили вас с Полиной Воробьевой. У нее очень редкое заболевание – несовершенный остеогенез. Ее кости очень хрупкие, но Полина не унывает и занимается творчеством. Она рисует, делает витражи, вышивает, посещает театральную студию. Только вот передвигаться девочка может исключительно на инвалидной коляске. Но у Полины есть мечта. Одна девочка сказала, что у нее такой велосипед появился. Я просто посмотрела в интернете картинки всякие, почитала про него. Ну, мне понравилось то, что там мышцы разрабатывает. Я маме его показала. Ну, купить мы такой не можем. Мечта Полины вполне осуществима, если мы поможем этой хрупкой, но в то же время такой сильной девочке. Обращайтесь в редакцию телеканала 7 по телефону 70 35 20.